Всем привет, ребята, вы на моем канале Кукомы.рф, с вами Яшка. И да, не удивляйтесь, я знал то, что сегодня вышло китайское новогоднее обновление. Рассказываю, у нас просто будет неделя классных подарков, вернули баскетбой. Сейчас все расскажу просто, это жесть. Вот, да, к сожалению, из-за того, что я один день не смог зайти в эти ежедневные подарки, где там давали, ну, получается, Дэрила, Пенни, там бесплатный эпик, я не смог продолжить дальше дорогу. Хочу, чтобы добавили функцию такую, чтобы, типа, если ты пропустил один подарок, то не заканчивается вся дорога ежедневных подарков. Ну что, Кукоми Муви 2 официальное название. И теперь, кстати, у меня тут есть что? 95 кредитов и 40 крома кредитов. Да не, я не удивляюсь, я в школе был, сегодня узнал об этом. Да, на том аккаунте первом моем есть этот значочек на баскетбол, ну, футбол. Ну, короче, еще и спрей офигенный, господи, сколько все. Но прикол в том, что у нас 8 кубков как раз за ячейки со спреем. И каждый день до, получается, где-то понедельника вы должны заходить в игру и забирать такие вот подарочки. Ребята, это... Ну, естественно, нет джекпота. Капец. Да, забираюсь. 5 кредитов. Все-таки, ребята, в голосовании победил Брок, а сегодня мы его по любасу, да, даже сейчас заберем. Кекс Дэрил! Я в шоке. Это первый раз, когда у меня после окончания пака скинов сразу появляется какой-то скин. Да, уже скинов и конфетной стороны комплекта нет. О, урочек. Мы помните, ребята, да, мы играли с вами. Эти скинчики были. Эх, ладно. Забираем сразу сходу Брока на халяву. Так как он победил в голосовании. Ой, ребята, первый эпик. Эмс или Бо? Я выберу Эмс, она мне больше нравится. Но опять же таки запущу голосование. Ну и теперь забираем здесь, естественно, оставшиеся кредиты. И громокредиты. Мне подписчик написал очень интересное задание в комментариях, как я просил под прошлым роликом. И, если честно, оно мне очень нравится, поэтому... Естественно, я его выполню, но уже не в этом ролике. Сегодня мы с вами заберем вторую ячейку для спреев. Новый пиночек, ребята! И прикол хотите в чем? Посмотрите, что я узнал. Чтобы нам получить нового эпика, нам нужно апнуть. Раз. Два. 1600 кубков! А это нам осталось приблизительно 1000 кубков, даже меньше. Сейчас скажу, 990, ну, короче, где-то 960 нам осталось, чтобы мы получили эпика, первого эпика на халявку. Ребят, когда такое было, я в шоке. А дальше у нас опять будет редкий, да? Это будет либо Барли, либо Кольт. Да, мы в любой момент можем сменить. Короче, пока что разблокируем Эмс. Ну что, погнали выполнять квестики. У нас как бы появился баскетбой. И я предлагаю пойти туда на нашем новом бойце. Как ни странно. Брок. Да, у меня Поко с прошлого ролика выпал. Я его еще даже не протестил. Ребят, кстати, хотите интересный факт? Не помню. Если вам зайдет, то... А, ну короче, рассказываю про неделю подарков. Ну, точнее, я расскажу чуть позже подробнее. И вообще я в шоке, что нам добавят в ближайшее время. Короче, блин, за Брока так круто играть. Если он сейчас попадет, я в шоке буду. Что я хотел сказать? Мне нужно врага победить, давай. Давай, мой хорошенький. Бедненький в уголку зажался такой. Так, подожди, подожди. Тихо. Отлично, я сдох. Так, я сегодня вам все расскажу, всю информацию, которую вообще знаю про китайский Новый год 2023. Я подумал, что мы сейчас выиграем. На-на-на-на-на. К
Кстати, ребят, спасибо вам за большой актив, который вы проявили на втором выпуске, потому что там просто, там пипец. Давай. Да, есть! Баскетбольчик, мой хороший. Дорогой. Идеально. Барли, если ты сейчас промахнешься, Барли, давай, да! 2000 years later. Мне еще надо бой выиграть. 8 раз. Ого, сколько квестов. А что там у меня за квесты такие? Ой, идеально. А, выиграл бой 3 раза. Хорошо. Забираем наградки. И новую ячейку для спрея. Так, это хорошо. Что, теперь у меня... Ну, здесь, естественно, скоро будет стоять вот этот вот спрейчик. Так, ну что, я предлагаю идти дальше. Блин, если честно скажу вам, он очень здесь слабый, Брок. И сколько я врагов победил всего? 6? Ну, неплохо. Ладно, возьму Ниту, потому что целых 2 квеста. Да, ребята, я не знаю даже, как назвать этот ролик. Прошлый ролик был про 3 брайлеров, а этот я, наверное, назову «Выполняю гору квестов». Так. А, я уже разочарован в выборе Нити, потому что... Это пипец. Тиммеры. Давай. Да блин! Ну я же знал, что так будет, ребят. Да, ну блин, ну почему? Сейчас он попадет. Ну конечно. Нет, не попал. Что? Нет! Я сейчас убью. Так, ребята, я просто как Лионеля Месси. Давай. Да! Есть! Кокой Муви 2 зарабатывает 2 очка. Тю-тю-тю-тю-тю. Блин, жалко, что зачистку убрали пока что. Скоро же у нас вообще... Так, подожди, ты куда, мой хорошенький? Ну, блин, ну почему так? Почему так? Сразу вот по этой музыке, знаете, вот такая вот ностальгия возвращается из 10 сезона с Фэнгом. Как раз на этом сезоне я прекратил играть. Так, Брок, ну что, почему на таких кубках попадаются просто противники невероятной уровня хард? Он сейчас забьет. Нет. Да, я убил. Мне сейчас главное убивать, потому что я хочу... Да, он меня сейчас убьет. Давай. Да почему? Смотри, сейчас забью. Ну, конечно, нет! Нет, конечно, нет! Подожди, как я... Эмс выжила. Ладно, пофиг. Господи, я один остался. Так, Богдан, давай, подожди, давай, я топ, соберись, давай. Да почему я не попадаю? Так, ребят, я собрался. Но он сейчас забьет. Нет, я почему-то вот, у меня все время вот такое чувство возникает, обиды. Я сейчас говорю про... Ох, они... Да блин, ну что ж вы стоите на месте? Подожди, Нави, мама. Давай. Брок, давай. Нет. Мишка пошел, да, тихо. Алло, здравствуйте. Можно, пожалуйста, моих тиммейтов выкинуть в окно? Все-таки Нита это не вариант. О, нифига себе. Я тут набил урона. И врагов победил прилично. Ладно, пофиг, оставим Ниту, хоть и я бомбанул немножко. А в конце видосика расскажу вам все про китайский лунный Новый год.
Завтра нам дадут такой прикольный подарок. Это что-то... Ой! Идите в линию просто. Давай, 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 давай. Ну так. Господи, есть, давай. А прикинь, сейчас баллы забьет. Нет. Медведь, давай. Подожди, стой. Я должен. Да, должен быть по твоей за. Тупой медведь. Ладно, пофиг на этого медведя. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Да. Тю. Сюда, моя хорошая. Господи, они там встали в ряд. Это рай для нитки. Смотрите. Это изи. Бей, медвежонок. Везучий, везучий, ты не везучий. Смотри, сейчас красивый го... Да что у меня за тиммейти? Или я какой-то косой? Ну давай, они Барли не убили. Пофиг. Да забейте же уже! Фух! Победа! У меня новый уровень еще, неплохо. Выиграю. Ой, неплохо, неплохо. Скоро пинчик получу. Ладно, ребят, пока я там проигрываю с рандомами, которые просто завалили мне сейчас катку. События в честь Лунного Нового Года. Скины Лунного Нового Года 2021-2022. Говорят многие то, что скины с 2021-2022 Лунного Года исчезнут. Лунного Нового Года. Но... скины только из 2021 лунного года будут продаваться в последний раз, как скины из лунного нового года. Тьфу, нового года 2021. Так, и байкерша Ева завтра выйдет, а послезавтра автомат гриф. Офигенные скинчики. Автомат гриф будет стоить 80 гемов, а это 149. Ну, короче, 149 его 79. Бесплатные подарки, 90 кредитов сегодня забрали. Завтра будет 400 удвоителей жетонов. Потом 50 хромокредитов, 200 монет, 100 очков силы, значок лунного нового года. И 90 кредитов, плюс 50 хромокредитов. Это классно. Испытание за иконку профиля будет у нас. И специальный квест за спрей, который я сейчас выполняю. И монетный душ. Многие не поняли, что это такое, я сейчас объясню. Лавина монет события, знаете такое, когда вы за жетоны, которые прокачивают ваш Brawl Pass, вам еще дают монеты. То есть, если вы за раунд получили там, к примеру, 40 монет, то вы получите 40 монет. Вы, точнее, 40 жетонов, если вы получите, то вы получите 40 монет. Это будет длиться с 20 по 22 января, как раз тогда, когда уже Лунный Новый Год будет прям близко. А Лунный Новый Год у нас будет 22 января по календарю. Да, бей, бей. Да, что это такое? Да. Да, да, блин, меня сейчас Кольт... Нет, Кольт, Кольт, ты хороший, Кольтик. Так, ну, блин, ну что это? Ну вы не можете, что ли? Эмс, используем ту спокойненько так. Эмс. Да почему не попадает мяч? Давай. Дайте мяч. Давай. Да! Фу! Меня чуть не убили. Ладно. А чё, почему так косо? Пипец. А что сейчас было вообще?
Давай, 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 иди. Ай. Да почему? Да, если ты сейчас не попадешь, то... Давайте, надо выжить еще 20 секунд. Пожалуйста. Не умирать. Нет, 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 нет. Пожалуйста. Я снова так... Фу. Это было жестко. Господи, что сейчас было? Ой-ой-ой, новый пиночек залетает. И у нас что там? 640 монет. Знаете, такие богатенькие. Угу. Так. Что тут у нас? Да, у меня нашли, кстати, первый гаджет. Что я хотел сделать? А. Как же не поставить новый спрейчик, хотел сказать. Новый пинчик. Идеально. Это просто шикарно. Все, мне этот баскетбой надоел. Идем в одиночное ШД. У нас тут квест. Нанести много урона. Как раз этим должен заняться... Нет, не Джейси. Брок. Просто слил в него просто почти все очки силы. Если он меня сейчас подведет, я не знаю, что я с этим Броком сделаю, родненьким. Так. А, блин, ну это я ненавижу эту карту. Так. Нет. Даже не смей. Знаете, я знаю таких Эльприму, которые берут, накапливают... Да... Короче. Тут пока еще. Блин, вот Брока мало хп. Зато урон хорошенький. Хуп. Да, огонь, конечно, этот час выручает. Да. Который сделали основную... Вот, смотрите, сейчас будет. Сейчас будет неожиданно. Она могла меня сейчас убить, кстати. Если бы она бы, у нее был бы какой-нибудь, какая-нибудь пассивка, и медведя бы его не накидали. Так, что тут у нас? О, дуэль на броках, погнали, у нас даже бан. А почему у него больше силы? Ну, ребят, больше, чем больше силы, тем больше ответственности, да, это про это. Урончик нанесли с вами, кубасики, конечно, пойдемте. Последняя каточка и спрейчик будет моим. Так, я уже не помню, сколько раз играть снова нажал. Фу, блин, мне нравится на Броке играть. Слишком имбовый персонаж. Так, пинчик, ребята, значочек вот такой вот просто кайфовый. Пока этот значочек показывал, я уже успел загасить шельку. Манмака, ты канынка там, бакам, бакинкам. Так, оп-оп-оп, чдадук, давай-давай-давай-давай-давай, ну, ой, не, сейчас реально небезопасно. Тихо. Он хочет меня убить, да? Ну, смотри, дружище, когда я буду с тобой на дальней дистанции, посмотрим, кто кого убьет. Так, там у нас жесткая заруба Поко против Кольта. Так, Кольтик, конечно, отлетел. Тык. И где у нас все остальные? Так, проверочка. Проверяем. Может быть, там кто-то сидит? Так где все, господи? Так тяжело сдаться. Я, реально. Я вам докажу, ребят, то, что я выиграл без поражений. Ну, на броке. Так. А где все? Роза, сестреночка, иди сюда. Да. Просто вот это так офигенно. Получаем новый красивый спрейчик. Так, подождите, это у нас уже как это...
Монетки. Ой, скоро еще и командные события новые. Два уровня Brawl Pass. 95 кредитов залетает на нашу Эмс. Да, ребята, это вообще классненький выпуск получается. Так, надо спрей поставить. Вот он. Новенький, прикольненький спрей. Эх, что тут у нас еще за квесты? Подождите-ка. Если я выполню два квеста по 500 жетонов, у меня будет 40 гемов. Блин. Я думал, мне хватит на колет этот скин прикольненький, но я вспомнил, то, что у меня только на моем другом аккаунте колет есть. Эх, не судьба мне сегодня что-нибудь купить. Не судьба. Ну, ребят, ладно. В принципе, неплохой видосик получился. Надеюсь, он вам понравился. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал kukoimu.рф. Ой, ребят, всем пока-пока.